мне понравилась не только ее биография, не только ее образовательный, профессиональный потенциал, но мне видится в ней очень большое желание работать, большое желание что-то усилить, обновить. Ее преданность сфере культуры тоже очень важна. Ее настроенность на такие необычные какие-то, как сейчас модно говорить, креативные решения. Поэтому давайте пожелаем ей успехов